рассада ириса «Осенний цирк», невероятно красивое, завораживающее украшение клумбы, которое манит и притягивает. Основа композиции – нежный цветок с гофрированными белыми, декорированными сиреневой каемочкой лепестками. Период цветения припадает на июнь, повторно может зацвести в сентябре. Особенности выращивания. Предпочитает светлые, защищенные от ветра участки. Семена ириса «Осенний цирк» можно высевать уже зимой, чтобы ранней весной переместить в открытый грунт. Нуждается в рыхлении и прополке. Чтобы культура в полной мере раскрыла свой декоративный потенциал, следует регулярно поливать растения, вносить удобрения в почву. Ирис «Германский осенний цирк» — это травянистый высотой 60-90 см. Цветет растение в месяц июнь-сентябрь. Окраска стандартов — белая с фиолетовым крапом, окраска фолов — белая с фиолетовыми полосами. Растение заслуженно завоевало следующие награды — 1994. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.